Вице-премьер правительства Забайкалья Татьяна Цимпилова назвала крайний срок сдачи школы в Кыштаке. Других вариантов нет, поскольку в нее уже записано около 800 детей. Об этом Цимпилова заявила в интервью ГТРК. У нас нет вариантов, кроме как 1 сентября открыть школу, потому что 800 детей уже записались и вместе с родителями ждут открытия новой школы. Крайние сроки, чтобы концессионер передал нам школу для того, чтобы мы прошли лицензирование, это 5 августа. Это вообще крайний срок, но гарантийное письмо, подписанное со стороны концессионера, 24 июля. Приводится цитата Цимпиловой. Также она заявила, что концессионеру вместе с подрядчиками необходимо усиливаться, поскольку рабочей силы не хватает. По состоянию на сегодняшний день 11-15 человек, но по факту не наблюдаются даже 15. Чтобы закончить в эти сроки, нужно порядка 50 человек в ежедневном формате полный рабочий день работать, добавила вице-премьер.